Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Виктор Быстров, владелец сайта поискбыстро.ру. Из сегодняшнего короткого ролика вы узнаете, откуда исходит спам, почему его так много в наших почтовых ящиках. Сегодня в мой адрес поступило письмо с сайта bazaemail.ru. Нажав на ссылку, я ознакомился с этим письмом. Сайт предлагает рассылку актуальных адресов электронной почты подписчиков. Указываются отдельно женские базы, мужские базы. Послушайте, какие тут имена. Антон Ельницкий, Никита Королёв, Николай Мрачковский, Азамат Ушанов, Евгений Ходченков, Андрей Парабеллум, Бизнес Молодость, Твой Старт, Олег Горяча, Владимир Довгань, Тимур Таджиддинов. Кроме этого есть базы подписчиков юридических лиц и компаний Украины, база сайта Job.ua, строительная база адресов Украины, фирмы Киева, база бутик.ру, база 2GIS. На экране вы видите скриншот списка авторов с количеством подписчиков. И рассылается вся эта прелесть из города Киева с улицы Аноре де Бальзака, 14. Попытаемся выяснить владельца сайта bazaemail.ru. Для этого посещаем ресурс webnames.ru, вводим наименование сайта, нажимаем «Искать», выясняем, что сайт находится на Украине. Затем нажимаем на ссылку «Информация об IP-адресе». Тут выясняется, что к этому сайту имеет отношение ООО «Дельта X» Руденко Илья Владимирович. Оказывается, в 2012 году эти лица имели отношение к сайту, через который было похищено более 150 миллионов долларов. В итоге выяснилось, что это не владельцы сайта, а владельцы провайдера или работники провайдера, через которую сайту обеспечивается доступ в интернет. Таким образом, можно утверждать только одно, что в Киеве продаются за деньги базы подписчиков российских инфобизнесменов. Если вам понравился ролик, приглашаю вас на свой сайт поискбыстро.ру, где очень много информации о быстром поиске в интернете. А также подписаться на рассылку «Секреты быстрого поиска за 5 минут». Большое спасибо за внимание, до новых встреч!